Russia has claimed it can disable the entire U.S. Navy in one fell swoop using powerful electronic signal jamming. A news report from the country, where the media is essentially controlled by the state, kind of like the U.S. media, said the technology could render planes, ships, and missiles useless. Now, the newsreader went on to say that today our Russian electronic warfare, or the REW troops, can detect and neutralize any target from a ship's systems in a radar to a satellite. The news report claims a single Russian warplane flew several times around an American destroyer, the USS Donald Cook, in the Black Sea several years ago, disabling its systems and leaving it helpless. The report also claims that they are capable of creating electronic jamming domes over their bases that make them invisible on radar screens. Now we're going to go ahead and play this whole news report to you. You be the judge of that, but I have one question for you. If they were able to do this, why in the world didn't the Russians electronically jam the 59 Tomahawk missiles that flew into Syria a little over a week ago and took out that Air Force base there? Something to think about. В эти дни праздник у российских войск радиоэлектронной борьбы. 113 лет назад во время русско-японской войны была осуществлена первая в мировой истории операция по подавлению каналов связи противника с помощью радиопомех. Сегодня наши подразделения РЭП способны обнаружить и обезвредить любую цель от корабля и локатора до спутника. Александр Минаков в деле видел работу войск, которым для победы не нужны боеприпасы. Этот обычный с виду чемодан – одна из последних разработок специалистов по радиоэлектронной борьбе. Малогабаритный генератор помех с поэтичным названием «Лесочек». Он подавляет каналы радиоуправления взрывными устройствами. Сейчас это самый эффективный комплекс для защиты от радиоуправляемых фугасов. Военные конфликты последних десятилетий – Югославия, Ирак, Ливия, Сирия – очень ярко показали, что бывает с теми странами, которые не обладают эффективной системой радиоэлектронной борьбы. У России такая система есть. Ее главная задача – прикрытие командных пунктов, средств ПВО, группировок войск, а также важных промышленных и административно-политических объектов. Для этого разработаны комплексы, которые подавляют спутники-шпионы, наземные радары и авиационные системы типа АВАКС. Российским специалистам за последние годы удалось сделать невероятный прорыв. Это стало ясно после эпизода, который произошел в Черном море ровно 3 года назад. Тогда российский фронтовой бомбардировщик Су-24 несколько раз облетел американский эсминец «Дональд Кук», оснащенный самой современной системой ПВО «Иджис». Вот как описал эти события в соцсетях один из членов экипажа эсминца. «Мы вели русского локатором до его подхода к зоне поражения, чтобы затем накрыть. Но когда он вошел в эту чертову зону, началась мистика. Первыми погасли наши локаторы, и весь «Иджис» вышел из строя, и гордость нашего флота превратилась в наш позор». Американские военные не знали, что российский самолет оснащен новейшим комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины». Как только летчик понял, что его обнаружили, он включил аппаратуру, и мощные радиоэлектронные волны вывели из строя все системы корабля. А это комплекс «Мурманск» контролирует пространство в коротковолновом диапазоне в радиусе 5000 километров. Именно на этих частотах ведется связь между штабами сил НАТО в Европе. Радиоэлектронное противоборство идет в режиме нон-стоп. Вот сейчас, в данный момент, самолет-разведчик подлетел к границе с Россией и ведет радиолокационную разведку нашей территории. Оператор со своего рабочего места, увидев данный источник, проводит его анализ. После этого командир батальона Сергей Кулешов дает команду отправить данные на командный пункт. С пункта управления поступает сигнал, и мы способны отсюда по нему воздействовать. Российские специалисты уже разработали комплексы, которые позволяют создавать, например, над районом базирования средств ПВО купол радиоэлектронных помех. Это своего рода шапка-невидимка от РЛС противника. И вот уже Пентагон бьет тревогу. Российское электронное оружие полностью парализует функционирование американской электроники, установленной на ракетах, самолетах и кораблях. Разработка и испытания новейших комплексов проходят в Центре подготовки боевого применения войск радиоэлектронной борьбы. Здесь создан уникальный тренажер, который имитирует работу всех комплексов. С помощью открытых источников и других доступных средств мы знакомимся с боевыми уставами вероятного противника и на основе этих полученных данных моделируем ту обстановку, которую мы считаем на данный момент будет актуальна. Эксперты уверены, в современных войнах радиоэлектронная борьба – ключевой элемент. Чтобы побеждать, не обязательно иметь дорогостоящие средства поражения. Достаточно мощного радиоэлектронного излучения.
Александр Минаков, Никита Корнеев, Сергей Шлыков и Максим Щепилов. Вести, Тамбовская область.